у него тоже грязный лист. Сегодня день молчания, то есть как бы нельзя ни за кого агитировать. Но я так подумал, что то, что я сейчас прочитаю, это будет агитация не за кого-то. Нельзя на этом маскараде надежду поиметь на то, что к нам придут другие дяди, и тот уйдет, который тот, что нами правил без удила, что держит нас без поводка. Он наш пахан, наш центровой, а мы на вроде гопота. И мне бы было не обидно, когда б себя к таким считал, но честно, и по мне такое видно, не только пил, но и читал, и годы льются незаметно, уже 12 скоро бьет, ну а теперь горбатый, слышишь? Конечно, может и уйдет, ведь 60 хороший возраст, такой, ну как бы юбилей, пускай уходит, став обычным, и чтобы как бы из людей, не небожитель стадионный, а садовод и огородник, но он лукавит и смеется, очаровав страну, негодник. Заранее извиняюсь за испорченное всем настроение. Продолжение темы славы. Я не найду 10 отличий между Дюрекс, Контекс и Мускулан. Даже милиция или полиция для меня синонимы слова «жандарм». Я не вижу разницы в тех, кто у власти, и никогда не ходил на выборы, когда, наконец, представители власти изымать будут книги Дарьи Донцовой и рвать на мелкие части. Я очень жду, когда всех дармоедов из телепроекта «Дом-2» отправят поездом по этапу в Сибирь снег убирать и готовить дрова. Когда книги станут дешевле, чем водка, а мы все вспомним о нормах морали и возродим внутри себя то, повешенное за наркоторговлю. Когда же те, кто других убивает, начнут за все платить своей кровью. Когда наши стены начнут кровоточить, создавая в рядах подонков пробелы. Пускай я психопат, мизантроп, параноик, мне необходимы расстрелы. О, массовые расстрелы. Да чего же приятный для слуха. Затвор, выстрел, звякнула гильза. И тело шлепнулось глухо, очищая тем самым от язвы общество новой генезис. Да здравствует добрая вечная! А теперь последний мой тезис. Вы уничтожили слово «любовь», мастурбирующее в одиночестве. Вы вопите, что вас обокрали, норовя при этом что-то стащить. Как же я ненавижу общество, в котором пока что приходится жить. Здесь никогда ничего не изменится. Все это как замок из сухого песка. Ведь разве того же хотят на гостинке? Накануне праздника «День дурака». Ты будешь наблюдать с улыбкой за спаррингом поэта пустоты, что станет для него партнером. Уже не счесть, в крутом пике спускается на голову тупые рука, зажатая в красивом кулаке. Наполнится оно охапкой смыслов, и девушки порвутся на куски, чтоб докоснуться до того, кто, не стесняясь, провозгласил себя убийцей пустоты. Нет, я не Байрон, не Адемин, не Бальман, даже не Бодлер. Да, только на войне ума и тени не существует полумиролу. Иногда мне кажется, что я чем-то похож на разряженный кем-то мобильник, в котором в зарядке всего одна палочка и работает только будильник. Настолько затаскан себе я кажусь, что меня не воруют в подземке. Хотя с кем-то бывает, но с вещами получше. На гостинке, на академке, а я в массе прохожих с замученной рожей трясусь в железном трамвае и бессовестным взглядом с девак симпатичных всю одежду нагло снимаю. В голове в это время музы летают, и мысли пошлые летают тоже. Правду говорю. Но глядя на лица других пассажиров, понимаю, наши мысли похожи. На остановке, шумно хлопнув губами, двери сплюнут нас, как шелуху. И сбросив все мысли, как грязные брызги, сигарету зубами зажму. Одеваю наушник и иду по инерции, отключив все рефлексы и мысли. Drum'n'Bass-Punk, саундтрек моей повседневной жизни. Кто-то что-то хотел сказать? Он хотел чихнуть. Будь здоров, кстати. Затарившись ягуаром, девочка шла из школы. Пока нету папы, мамы, можно побыть голой. Сидя на подоконнике, звонить по случайным связям, писать на листках тетради неровной почерковязью, смотреть из окна, бредить любовью навечно, вечно. Текут дни, недели, годы, их течение бесконечно. Не продолжай. Мне ненавистно и в то же время любимо каждое утро рабочего дня. Словно наркотик необходимо, чтоб метро на время проглотило меня, создав знакомую многим картину, как я, окруженный плотно людьми, словно в стае глупых жирных пингвинов, иду, вернее пытаюсь идти, под раздражающий визг турникетов, шажочками мелкими до эскалатора, ногами цепляясь за чьи-то пакеты,
Путь пробиваю, как бур перфоратора, в стене людей с бетонными лицами, разучившимися выражать эмоции. Под пристальным взглядом вездесущей полиции на конвейере едем огромными порциями, как олицетворение ангедонизма. С душой из плотного полиэтилена мы кровь большого живого организма наполняем вены метрополитена, чтоб поуютней пристроить в задницу. Грубо толкаясь, вбегаем в вагон. Металлический голос закроет двери. И вот поехал по рельсам загон, плечом к плечу, но как в пустоте. Глядим в туннель рожами кислыми. И вот только здесь, и больше нигде, я могу наконец-то собраться с мыслями. Я вижу людей в метро. Как ни странно, я вижу людей, прячущих себя под масками отсутствия гуманных идей. Девочки-институтки или парни в обнимку с ними, шепчущие друг другу на ушко друг друга влюбленное имя. Вижу пенсионеров, ранних и самых ранних. Для них есть одна дорога. Но зачем просыпаться так рано? Вижу людей в костюмах с книгами без рассказов. Вижу молодых ученых, придумывающих новый лазер. Стою у самой двери, наблюдая тоннели движения. Вижу, глядит на меня собственное отражение. Наизусть. Здесь невозможно влюбиться. Тут редко гуляют парами. Среди лабиринтов многоэтажек под окнами мат круглосуточный. Бомжи штурмуют помойку. Собаки бездомные хрипнут от лая. Алкаши в 6 утра начинают попойку. Вот тут приглядись, постой. Посмотри на них чуть пристальней. Ты старше, они не умны. В понимании твоего возраста понимаешь ты, что они могут дать? Потрахаться и поехать с подругами погулять. Их потека, пережиток твоих прошлых побед и несчастье тоже. Ты это уже проходил. Они смотрят глупые рожи, которые ты принимаешь за лик. Ты привык хранить фотографии, хвастаться ей друзьями. Если они не готовы принять, то станут бледями, стараясь набраться опыта. Больше попробовать всяких. Не связывайся, не влюбляйся. Подстава в самом жестком понимании этого слова. Я посмотрел на часы. Была половина второго. Маршрутка меня везла по улице композиторов. Я ехал, представляя себя каким-нибудь инквизитором. У меня появилось желание сделать что-нибудь с ним в наказание. Постой, Костяныч, подумай. А любовь разве не оправдание? Ха-ха, что за глупая мысль? Заявляю с особым цинизмом. Любовь при большом желании. Я начинаю забывать твой голос. С этим так сложно мне согласиться. Слова как слова, друг друга не лучше, только важнее тысячи слов. То, что скользит через жесты и взгляды, я говорю тебе про любовь. Согласен, что рифма избитая, ритмика сломана, на размер забил. Мне все равно, хотя больно внутри. Хочется ближе, хочется вновь, это скользит через жесты и взгляды. Я говорю про любовь, говорят молода, говорят недостойно. Мне наплевать на слова сторонние, хотя у тебя не хватает смелости сказать все в лицо и уйти достойнее. Странно так ждать, обожая памятью, видеть тебя лишь в кошмарах и снов. Нет, среди девушек этого города практически нет исключений. И вот, ты такая же, как все. Стонешь подо мной страстно. Твое нежное девичье тело сейчас так взрывоопасно. Горячие влажные губы, глаза полны похоти зверской, как и у той, с кем лишался невинности в грязном подъезде на Пионерской. Состоятельность того, что вы выдаете за самостоятельность, и затыкать друг другу рты липким подобием поцелуя. Лучше обоими целомудрие заклеивать небо. Хлеба здесь хватит всем, зрелищ тоже. Бить в рожу значит любить, а в рожу плевать, значит знать и надеяться. Но надежда, надежды миф. Рана на теле города плещется Никоновский Финский залив. Веселое было время, от смеха бы не захлебнуться. Не каждый, кто в нем побывал, смог оттуда вернуться. Ощущение полной свободы жгутом нам давило на вены. Ничто не могло нас остановить. Лишь вой ментовской сирены распугивал, словно камень, запущенный в стаю птиц. Кто успевал, тот спасался, остальные падали ниц, на ребрах своих ощущая тяжелую руку закона. Каждый из нас тогда верил, что на время ушел из загона, вины вовсе не ощущая, все только себе в угоду. Мы с упоением вкушали ощущение полной свободы, без меры ее забивая в штакетину от папиросы. Задавались порой, но лишь иногда, только одним вопросом: где бы нам достать еще денег, чтоб взять ну хоть четверть грамма? Мы как звери пили любовь из полных граненых стаканов, свое будущее варили прямо на чайной ложке. От глаз любопытных зашторив единственное окошко ржали как сумасшедшие. От смеха держать за животики. Передоза наркотиков. На календаре месяц март, день номер 16. Мы не могли поверить, ей было всего 19. И каждый из нас ощутил, как будто насквозь прошла пуля, а ветер в щели подъезда задувал ее имя — Юля.
Самое главное не потерять лица. Захожу в магазин, кусаю ца. Цены выбираю, что средней ценовой категории. Так я вляпываюсь в очередную историю с банкой слабоалкогольного вкуса. Иду на тусу друзей в какой-то загаженный клуб. Веселей становится от второй банки. Тусуются панки на входе. Из клуба доносится бит. Дал бит барабанщик, проверка звука. Дышу в лицо охраннику, подставляя руку для штампа о входе. Проходим с толпой в зал. За барной стойкой правит бал смешная девочка с татуировкой. Ее сноровки расслышать в таком шуме заказ позавидовать. Дол каждый из вас. Раз, дайте мне пиво. Два, еще стаканчик, красиво светится стробоскопы. Вот и ребята на сцене гитара фузиты не строят это время дестроя. Бас бьет по каждому вас бы. Тоже накрыло. Я пьяно сижу у стены и смотрю, как танцуют две малолетки. Слышу редкие разборчивые слова вокалиста. Подмигиваю девчонкам и играю. Обещаю взглядом игристые вины. Сцена вторая. Наутру выяснилось, что еще вчера они были невинны. О нашем менталитете узнай в бесплатной газете. Дешевых сенсаций круговорот. Анекдот, гороскоп, дебильный кроссворд. Заметка о том, как общаться с ментами. И, конечно, отдельное место рекламе. Массаж VIP, услуги эскорта. Шалавы на выбор любого сорта. Снятие ломок, аборты, забои. Вот оно все, что нас беспокоит. Алкоголизм, наркомания и повальное блядство. Может, вы мне скажете, чем восхищаться? Улицу тошнило людьми, заполняя извилистость улиц. Они растекались с собой, наполняя страницы этого сборника. Кажется, еще вчера была страсть понедельника, ожидание вторника, крылья среды и четверг. В нем терялись следы, за буйки заплыла и, оставив меня со сведенной ногой, улетела в края неизведанной птицей. Вещи закрыла в железном шкафу, на вокзале книги, тигрицу с букетом, корову на привязи из магазина, купленную на последнюю мелочь. А люди ползли, накрывая своим равнодушием то, что в тебе отразилось бездушием. Раньше сияло бриллиантом, ныне не разгляжу в толпе. Ты не звонишь мне, такое бывает. Сначала влюбляются, спят, растворяют и сами внутри растворяются. Расходятся, разлетаются колкими, словно бритвы осколками. Что ж, я не прощаю ложь, я не прощу, не трожь эти струны больше. Тебе еще рано влюбляться. Я долго тебя провоцировал, сам на твоих провокациях спотыкался. И пальцы внутри ровно 4. На кровати в квартире вызовут стон. Без тебя умирал мой дом. Ожидание било ключом, благодарность. Дарья, что ты научила верить в мечты, красоты у тебя не отнять. Я тебя понимаю. Зима, еще не вступив в права, достала. Небо, как мокрое одеяло, атакует безжалостно своими осадками. Настроения нет, состояние гадкое. А впереди еще целых 4 месяца. В такую погоду можно повеситься. Постоянно простудой, в голосе хрипы, а по телеку пугают каким-то свиным гриппом. А у меня почти нет иммунитета. Похоже, с гриппом будет виндета. Откуда же взяться здесь позитиву? Только если пойти кому-нибудь на квартиру, пить чай или кофе, много курить, задушевно о чем-нибудь поговорить, скрыться прочь от этой погоды, наблюдать на мокром стекле разводы и небо над нами, как грязное Вада. Я знаю многих девчонок, особенно по утрам, когда нахожу их сонными, неузнанными там, где вчера еще были богинями. Стоит ли их любить, когда им совсем ничего не надо за то, чтобы быть с ними? Они отдаются просто, как плюнуть раз. А я бы отдал многое за искру любви в глазах, без потребления плоти, как основы, вернее, сути того, что они называют развлечением. Этой мути хватит сполна, нахлебался, я все-таки человек. За окном говорят прогрессивный 21 век, век психологии, что ли, или как там его назвали. Но мне почему-то приятнее тихо шептать, держать за руку, ну и далее просто поцеловать при встрече, гулять, а в постели любить. Но, бляди, лезут настырно, их не остановить! Чему их учили в школе? Что за расклад теперь? Вышвыриваю их телефон! Их выставляя за дверь. Вы мне все перестали доставлять удовольствие. Да и было ли оно настоящим? Позвольте. Ее настроение так же изменчиво, как и погода в Питере. Грусть перекурит, боль проревет, счастье сплюнет и губы вытерет. Проще без чувств, без эмоций. Ее жизнь, как углем полоска черная. Сидит рядом и курит, странно молчит, будто бы мной сейчас увлеченная. Что между нами? Влюбленность, любовь? Вопрос свой мысленно задать ей пытаюсь, а в глазах безразличных считаю ответ. В сортах говна не разбираюсь. Ненавижу поэтов, которые не спят друг с другом, которые не обнимаются крепко, не целуют друг друга в губы, ведь главное — это подстрочник, и все должно рифмоваться. Поэты должны завалиться в постель, и поэты должны... Улыбаться.
улыбаться. В размер не влезает. Конечно. Влезает, влезает, Слава. Влезает, улыбаться. Не, ну здесь, кстати, красиво. Выражаться. Поэты должны выражаться, хороший вариант. Ну, самоирония, да. Ну, все поняли все равно, что на него ведут. Ребят, долго еще программа вообще? А сколько надо? Давайте по одному стихотворению. По одному? У меня как раз, собственно, одно осталось. Слава, прочти свое одно. Я просто сейчас посмотрю, какое лучше. Есть определенные закономерности в жизни и их случайности. Мы привыкли искать виноватых повсюду и захлебываемся, отчаявшись их найти. Ну не могут быть все одинаковыми. Каждый раз одно и то же расстаешься по пустякам, по одному и тому же сценарию с самыми лучшими девушками. Их проклинаешь, стираешь их телефоны, кончаешь в пьяном угаре с другими. Признаешься в любви какой-нибудь дуре, бросаешь ее через день. Короче, живешь, ненавидишь и врешь сам себе. Она же сама виновата! Потом прикрываешься маской романтичного поиска, мол, что такого, я просто еще не нашел ту, что примет меня с потрохами, таким, какой я есть, месть твоя всему миру, как война с дымовой завесой, она вокруг, и ты весело машешь палкой, не разогнать, жалко, что ты не всегда понимаешь ошибок, привычки менять, да, все отлично, так в комнате с красными маками, нарисованными на стене, с красным диваном и отражением в зеркале, вел себя неуверенно, высокомерно, бросал обвинения, потом удивлялся, а почему вы расстались, да, упрекали друг друга, но ты не уверен в себе. Мерил ее своими размерами, боялся ей доверять. Вот опять ты заводишься, хватит! Не будем теперь вспоминать ни ее, ни ее подругу. Опять эти мысли несутся по кругу. О комнате с зеркалами и красными лепестками. Слава, если приедешь ко мне в гости, ты уже сразу узнаешь мой район. В моем районе воняет дерьмом. Что так характерно для контингента, воздвигшего памятник имени быдла на обренных останках интеллигента, которым мой город славился раньше, во времена беззаботного детства. Сейчас же совсем не те идеалы. Новые цели, новые средства. Философствуем под наркотиками, влюбляемся только по пьяни, размышляем о смысле жизни, находясь лишь в помойной яме, бьем морды друг другу с радостью и снимаем это на видео. Ненавидя любого у власти, выбираем нового лидера, боимся стражей порядка, а искусство заменили фастфудом. Телевизор больше не пикает маты, а канал «Культура» смотрит только зануды. Что оставим другим после себя? Поколение амфетамина. Ведь совесть, честь, разум, чувство покрыло давно паутина. Нашим зеркалом времени будет служить архив криминальной сводки. Шприцы, инсулинки, пустые бутылки. Сказать. Я не сомневаюсь. А, давайте послушаем его. Не, ну, кстати, в этот раз... Тебе все понравилось. Я чувствую себя неудачником после этого. Не, в этот раз... Поинтереснее, чем в прошлый раз. Ты считал, да? Ну, я не один читал, есть Костя Иванов. Не, в прошлый раз ты читал один. Не, ну, я помню. Сосредоточиться. Ну, такой момент. Хотел бы сосредоточиться именно на том, что хорошо, ладно? Пока нет папы и мамы, можно побыть с головой. Ну, вот это, по-моему, офигенно. Вот это интересно. Догадался. Да? Видно, что там не заимствовано и ничего. Но концовка несколько развивает и в течение бесконечно. Ну что вот это настолько в поэзии вообще место, настолько изъезжено. Даже что за стих-то был? Вот. Ну там, значит, да? Что вот там девочки, что-то там после школы. Да, я помню. Да, пара, пока нет папы и мамы, можно побыть голой. Да? Текут дни, недели и годы, на их течение бесконечно. На мне можно побыть голой, вот тут весь смысл. Да, это просто. Что на мне, она хочет в окне быть голой. Это надо попробовать, понимаешь? Не, мне, кстати, показалось тоже, что можно воспринимать и так. Если бы я был девочкой 14-летней, я бы, может, и попробовал. Почему? Мальчик тоже может попробовать побыть голым. Не, ну а когда еще побыть голым, когда нет никого дома? Вот только в этот период. На самом деле там сидя на подоконнике звонить по случайным связям там как бы. Вот это хорошо. Ну да, случайные связи. Нет, вот здесь ты, наверное, вот те стихи, которые ты читал ближе к началу, они вот из последнего, да? Ну, из крайнего. А. Из останнего. Из переходного периода, с прошлого на будущее. Видно, что у тебя что-то такое прорезается именно, что свое.
Да. Это интереснее, чем то, что ты писал раньше, честно. Еще у меня вот замечание, что у тебя по-хорошему грязно получается писать, не используя мата. Там действительно вот, да, вот цепляют это... моменты, то есть совершенно не обязательно его использовать. Вот некоторые стихи, по-моему, у тебя два или три, где вообще не упоминалось никакой нецензурной лексики. В общем, у тоже... было два или три, в которых оно упоминалось. Ну, там все это уже хорошо чувствуется, и совершенно не обязательно какие-то вот такие моменты, оно мягко проникает, скажем так. Просто для меня грязная тема, она обычно связана с любовью, расставанием и разочарованием. И когда девушка кидает, ты сидишь, бухаешь где-нибудь. Я имел в виду именно как ты подаешь. Ты же это именно в таком, в никаком, ну, не смягченном же варианте все это подаешь, правильно, сразу же? И без использования какой-то вот лексики дополнительной совершенно хорошо получается. Просто это, наверное, одни из самых откровенных моих стихов. Можно спросить, это специально так обругали, все-таки есть то, что что-то более светлое, о том, что все-таки сбылось, все-таки любовь, а не обруга? Да нет. Ой, это кому вопрос? К вам обоим. У меня есть более светлое. У меня тоже. То есть это специальная подборка просто из таких... Ну, Слава сказал, что мы будем представлять грязных поэтов. Я специально не помылся как бы. Ну, вы так вкусно используете мат вообще, на самом деле. Достаточно вкусно. Понятно, что дело, все, кто пишет, ну, так или иначе. Ну, почти все. Лучше, во всяком случае, мужчины, которые пишут, часто пишут матом. Ну, что там говорить? Ну, динамично. Это очень вкусно. Но, к сожалению, я вот все-таки всегда думал, что мат, он более многовариативен. А, слушая вас, ну, нагромождение бредей понятно, то есть тут все понятно. Блять, она, как никто другой, рифмуется со многими вещами в этой жизни. Но мат, наличие мата произведения подразумевает все-таки более, ну, не знаю, ну, объемное использование его. Вот, например, то есть какой-нибудь там, вот, например, у тебя, да, я это видел прекрасно, у тебя мат больше вариаций, в больших вариациях представлен. А, вот. Он за другого района просто. Ну, я не думаю, на самом деле, я просто думаю, что некоторые стихи, которые пишутся ради мата. Ну, в принципе, крик души, он не всегда матный, но когда ты пишешь матом, и ты знаешь, что ты будешь читать их на публике, это мат ради мата. Вот. И тогда надо мат использовать все-таки более искусственно. Нет, я читал в некоторых местах, где мне сразу сказали, что цензура. Хорошо, я достался-таки без мата, как бы. Нет, понятно, что они есть у всех. Конечно. Но мат ради мата. А маты я пишу, как бы, ну, просто на эмоциях. Соответственно, это как ситуация, если я вот себе по пальцу случайно молотком попал. Соответственно, эти стихи написаны вот в ситуации, когда я попал молотком по пальцу, скажем так. В каких-то, может, любовных переживаний там в жизни. Ну, да, они динамичные. Они вкусные. Да. Мат же ведь может быть просто вот, ну, мат, да? Нет, вот, ну, мат ради мата я не пишу. Да. Но мне показалось, что наоборот, как раз используя мат ради мата, его можно более вариативно использовать. То есть, ну, не, с изысками. Хорошо. Спасибо за замечание. Стачка. Очень интересно.